Правительство Румынии поддерживает криптоиндустрию. Для майнеров здесь предложены пониженные тарифы на электроэнергию – 14 центов за киловатт в час. Напомним, что одна из канадских компаний объявила об инвестициях в строительство ветроэнергетического майнингового предприятия в Восточной Румынии. Согласно новым опросам, в Румынии растет осведомленность о криптовалютах. Более половины городского населения знают о биткоине, и один из пяти о других криптовалютах, таких как о Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin и Ethereum Classic.